Сейчас мы находимся на складе сырья и материалов при производстве косметической продукции в Москве. Отсюда у нас, по-моему, еще видео никогда не было, поэтому расскажу некоторые вещи. Во-первых, у нас существуют вот такие вот смешные зеленые красные меточки, и на самом деле есть еще желтые меточки. Это наша старая система, сейчас мы ее усовершенствовали. Мы ее называли система светофор. Это что означает? Когда приезжает продукция, сейчас она почти всегда приезжает на склад первый, промежуточный, ей клеят желтое. Это означает карантин. То есть продукция находится в непонятном статусе. То ли она будет списана, то ли нет. В общем, ей никто не занимался. Красная, как это ни странно, это неплохая продукция. Это запрет на взятие ее здесь и сейчас. Например, если у нас есть на складе две или более серий сырья, мы берем всегда в производство, очевидно, самую старую. First enter, first out. Работаем мы по системе именно этой. Ну и зеленые меточки всегда означали, что продукцию можно брать. Понятное дело, что всегда были серии, которые написаны в 1С, написаны в накладных, но их сверяют, когда уже продукция там списывается и забирается. Просто для визуала гораздо проще поделить было так. В чем, собственно говоря, усовершенствование? Какое-то время назад мы, как и очень многие компании, перешли на штрих-коды. И теперь для того, чтобы списать продукцию в производство, надо отсканировать ее штрих-код, и система сама тебе подскажет, что хорошо, а вот что плохо. Поэтому взять продукцию в производство, недопущенную к производству здесь сейчас, стало уже невозможно. А сейчас мы посмотрим на склад чуть ближе. В таких вот коробочках у нас приезжают тубы. В данном случае это китайские. Даже они вон делают с логотипом компании, уважают с нашими объемами. Здесь у нас находятся вот тубы для производства шампуней. Или вот, например, тубы для гелей для дезинкрустации. Тоже один из хитовых продуктов на маркетплейсах. Используется с аппаратами. Или вот, например, тоже так хранится в таких вот коробочках. Тубы, используемые на образцы, маленькие, 5-миллилитровые. Ну и зеленые означает, что вот они приняты в работу, их можно брать. Вот сейчас мы смотрим на стеллаж, где хранится что-то из сырья, а именно экстракты. Экстракт один, другой, второй, третий, их вообще у нас достаточно большое количество. И вот как раз то, что заменило систему с цветными стикерами, это штрих-коды. Вот видно, когда, что оно пришло, как оно есть. Оно уже идет по системе нашей, и когда человек подходит, он сканирует, и у него уже получается вся информация о продукте. Поэтому раньше еще было так, но теперь вот на производстве мы однозначно это перешли вплоть до этапа взвешивания. То есть не только набора отсюда, но и на взвешивании мы точно понимаем, какое сырье ушло в какую продукцию. Это позволяет нам обеспечивать максимально всю сквозную историю по продукции. То есть даже если мы там через 2 или 3 года получим рекламацию какую-то на продукцию, мы будем понимать, какое сырье несколько лет назад, кто забрал в производство, откуда, ну, в общем, всю историю от и до. Из экстрактов, например, у нас есть экстракт планктона или экстракт ромашки. Экстракт планктона еще санкционный, ромашка уже наша отечественная.